Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла поздравили с днем тезаименитства. Торжественное богослужение в день памяти преподобного Павла Обнорского и Комельского чудотворца было совершено в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Божественную литургию возглавил патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. Патриаршему экзарху сослужили викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор, епископы Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, Югорский и Нягоньский Фотий. На богослужении присутствовали депутаты окружной думы, главы территории Югры, духовенства и прихожане храмов епархии. Митрополит Сергий пожелал владыке Павлу здравия и помощи Божией в несении служения на Югорской земле, а также в трудах по утверждению православия в странах Юго-Восточной Азии, где владыка несет архипастырство. Пастырское послушание. Хотелось бы сегодня в первую очередь поблагодарить Всевышнего за то, что Он дает такую возможность не грешному совершать дело архиерейства на этой земле и, конечно же, как вы сказали, Ваше Высокопреосвященство, в далекой в азиатском крае. Пожелал бы не меняться. Все добрые качества, которые необходимы священнослужителю, тем более архипастырю, а теперь еще миссионеру у него есть. У него огромная любовь. Любовь к Богу, настоящая, искренняя. У него любовь к церкви, у него любовь к людям.